Всем привет, друзья мои, с вами я, ваша спортсменка. Сегодня получилось у меня выйти попозже. И вот иду не по солнечной стороне возвращаюсь, а к такой красивой стороне. Так хочется пить. Сегодня у нас температура 34 градуса. Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Иду по этой стороне, смотрю, что вот там вот посмотрела, мимо прошла. Магазины все закрыты. Сегодня понедельник, базарный день. Пробежалась так по базару, посмотрела, какие фрукты есть. Ну, клубника, как всегда, есть из новых. Мушмала появилась. Зеленая слива. Не знаю, как они это кушают. Даже зеленый персик. По-моему, там я видела мелкие такие белки. Ну и как обычно все. Цитрусов полно. Ничего такого нового фрукта я не увидела, не обнаружила, кроме мушмели. Сейчас сегодняшнего дня буду перестирывать уже все вещи зимние, чистить обувь. Все нужно готовиться. Поэтому я быстро возвращаюсь домой, чтобы не потерять время. Да, чтобы не потерять время. Времени мало. Время как летит. Ну, приятно то, что у нас уже тепло. Несмотря на Рамадан, я смотрю, что многие и пикник там устраивают. Ну, не каждый может, да? Может, по состоянию здоровья еще что-нибудь. Все, пошла я по этой красивой аллее. Это искусственный памятник, он не, по-моему, или нет? А ну надо посмотреть. Нет, по-моему, искусственный это, не исторический. А может, исторический? Негде почитать. Наверное, искусственный. Я с вами еще не заходила сюда. Что здесь интересное? Как вы думаете? Неухоженные клумбы. Почему не ухаживать за клумбами? Ой, пойду этой стороной, а то очень жарко. Сегодня увидела русских. Надо пообщаться с ними. Какие красивые розочки, но, к сожалению, они не пахнут. Как жаль, что у меня розочки не растут. Такого я еще не видела, чтобы на улице вот так выставляли и продавали. Это, знаете что, копилки для мелочи. Их ставят в прихожие. Вот, допустим, мелочь по одной, по 5 копеек. Вот это копилки для мелочи. Что за очередь банкоматики? Что происходит, друзья? Все вышли продавать сюда. Смотрите. Такого еще не было. О, красивые цветы. А это какой красивый. Это гвоздички карликовые, наверное. Угу, красота. Маски. Прямо здесь продают.
Это баклажаны, которые сушеные, потом из них делают голубцы, долма. Это сушеный абрикос. Тут, видите, сушеная, как анемчик делает. Сказать, понедельник, базарный день, поэтому такое вот изобилие всего. Занимаюсь по приходу. Стиркой занимаюсь, буду стирать одеяло, куртки, все, что успею. Готовлю хашламу из мясных косточек. И вот жарю буреки. Вот видите, как их жарить надо? В большом количестве масла. О, холестерин обеспечен. Вот. Вот такие буреки. Сигара бюрек. Он говорит, ты очень длинный сделай. Я говорю, это... У меня индивидуальные такие, не похожие на ваши. Начинка. Творог и сыр. Вот так вот, 7 штук. Он сказал 5, но это показалось мне, что мало. И 7 штук жарю моему эндеру. Мои дорогие, эндер пришел с базара. И вот что он купил. Цены вы, наверное, уже как-то заметили в моем видео. Купил лук, апельсины, брокколи купил для меня, морковку, лимон, огурцы, помидоры и бананы, и клубнику. Вот такую покупку он сделал. А здесь мы готовим лекарство прополис. Вот тыквенные семечки. Такой прополис вам нужен для лекарства. Мы его режем, потом измельчим в блендере и смешаем с медом. Рецепт есть, кажется, в каком-то видео, можете посмотреть. А сейчас мой муж пошел куда? Хлеб купил также, вот пидешку. Пиде купил мой муж. Так, отщипнул. Отщипнул тоже. И сегодня на ужин я буду готовить ему хашламу. Вот такую хашламу из такого вот, такие мясные косточки. Это я ему все потом процежу этот бульон и приготовлю. И он сейчас пошел у меня за этим. Яблоки забыл купить. Ким гельди? Негерди. Ашке, селям салевизим. Диорлар нерде эндер? Азарда эндер. Эндер на базар пошел. Не алды. Элма алдым, güzel elma aldım. Bak, bu da güzel. Uh-huh. Bu farklı bir versiyon. Bu da güzel. Uh-huh. Bu da güzel. Üç. Uh-huh. Bunu görmüştüm. Hatta alayım mı almayayım mı diyeyim. Nasılsın? İyi misin şimdi? Güzel. Teşekkür ederim aşkım. Afiyet olsun. А вот и ужин у моего мужа сегодня такой. И, естественно, пиде. Смотрите, сколько мяса. Салатик. И суп, такой бульончик. Ну вот, иду его кормить. И мы с эндером приготовили лекарство
из прополиса. Вот видите, как оно выглядит. По одной чайной ложке 3 раза в день. Это вначале нужно месяц так попить. А потом по одной ложке с утра натощак. Это лекарство, оно, сами понимаете, прополис – это природный антибиотик. Вот я вам говорю, что я, как только переехала жить в Мерсин, очень сильно простудилась. Без антибиотиков не обошлось. И спасибо моей подруге, Елена, из Стамбула, она замужем там, она научила меня этому лекарству. После этого 4 года, спасибо Богу, ни мой муж, ни я не болеем. Так что делайте, приготовьте его. Только здесь основной компонент, который трудно найти, это прополис. Я вам показала, как он выглядит. Ну все, мы будем лечиться. Я пошла кормить его и буду разговаривать. Мама моя звонила. Всем доброго утра. Как у вас настроение? Сегодня что-то происходит какое-то странное. Я вообще в шоке от моря. Я сейчас вам покажу, и вы сами посмотрите. Море какое-то не такое. Не похожее на себя. Как люблю эту качельку. Кататься на ней. Друзья мои, как у вас дела? Хотя я поздно легла, но все равно рано встала. Посмотрю сейчас. Покажу вам море. Штиль полный. Видите? Такое чувство, что волн вообще нету. Обалдеть, какое море. Ну, а я пошла дальше. Молодой человек там какой-то странный, не так ли? Включаю камеру и переверну вам, покажу море. Посмотрите, какой полностью штиль. Волн вообще нету, как будто все остановилось. С чем это связано? Это нормальное явление, чтобы в море никаких движений не было. Когда мы ездили в Каскалисе или Вояж, с утра оставались на пару дней на отдых. С утра было вот такое море, 6 часов 7. Обалденное, не так ли? Десять часов утра, и так мало людей. Сегодня не так жарко, как вчера было. Короче, пошла я дальше, друзья мои. Дома дел очень много.